Приветствую на моем канале. Меня зовут Виктория Белякова. Сегодня у меня в гостях Патрисия, директор школы языков и преподаватель испанского языка. Друзья, у меня к вам просьба. Сейчас будет видео в таком формате. Русский язык сверху, субтитры, и испанский, соответственно, снизу. Вопрос, вам так удобно или, может быть, сделать по-другому? Вообще, убрать субтитры и оставить видео без них, а вы автоматически сможете выбирать опцию субтитры. Иногда бывает такое, что вы просматриваете субтитры на каких-то видео, и они выглядят коряво, так как они сгенерированы автоматически. Я же буду загружать уже откорректированные субтитры, и вам будет удобно их читать. Но вопрос в том, что вы сможете выбирать либо испанский, либо русский, не так, как сейчас одновременно. Поэтому вопрос, вам удобно, чтобы было два языка или чтобы один на выбор с помощью функции YouTube? Заранее спасибо за ваше мнение и встречаем лайками Патрисию. Hola a todos! Hoy tengo un video con el adjetivo bueno y el verbo ser y estar. Tiene diferentes significados, atentos. Mi marido es bueno. Significa que mi marido es buena persona, es amable, simpático. Mi marido está bueno. Significa que mi marido es atractivo, es guapo, está fuerte, es sensual. Si usamos el adjetivo bueno con el verbo ser, significa que son personas buenas, amables, simpáticas. Y si usamos el adjetivo bueno con el verbo estar, significa que son personas sensuales, atractivas. ¿Entendéis? Seguro que sí. Poned algunos ejemplos en los comentarios. ¡Hasta luego!